Азнив. Привет, ребята, Гудаури, Грузия, я Анатолий, и со мной сегодня Азнив. Прекрасное утро, покажу на сейчас. На позитиве. Да, у нас тут все очень-очень симпатичненько. Шикарная погода. Немножко какая-то вот облачность стоит, дымка какая-то, не облачность, а дымка. Но это не помеха. Да. Вот с этой стороны нету справа, а слева есть, Тбилиси тянет. Азнив, можешь взять удобнее, вот здесь это. Тебе удобнее будет, чтобы не уронить. Не уроню. Ну, вот не знаю, тяжеловато она тебе или нет? Чуть-чуть, да. Можешь двумя руками? Да, вот так тебе удобнее будет. Супер, да, отлично. Азнив, скажу тебе идти назад, да. вперед. Давай походим. Давай погуляем. Немножко неудобно в этой снаряге, ну, бывает. Умница, все. Остановись. Хорошо. Не садись. Почему? Потому что если ты сядешь, я буду ждать, пока ты встанешь. Хорошо. Старайся себя, ну, танцевать буду вообще. Бабушка себя с облазами, поздравляйте ее. Готова? Вперед, да. Сам сделай. Хорошо. Сейчас готова идти назад? Да. Идем потихонечку, плавно. Да. Готова идти вперед? Да. Идем. Пошли. Немножко. Да. Офигенно! Камеру можешь держать как ты хочешь, самое главное не закидывать мне ее вверх в стропы. Это единственная просьба. Хорошо? Хорошо. Но остальное делай, что хочешь. Удобно, левый крен поверх. Так, да. Хорошо сидишь. Привет! Привет, молодежь. Видим, как камера снимет, кружка поэтому достаточно классно пишет. Там стабилизация есть. Сильно не махай все равно. Горы по колен. Вон Казбек появляется, смотри вправо. Видишь снежник? Да. Вот это Казбек, пятерочка. 5000 метров. Сейчас еще наберем. Я очень за камеру боюсь. Не волнуйся ты за камеру, что ты с ней боишься? Вроде тебя привязано. А, да, с днем рождения, кстати, да. Ну, я тебя поздравлю, когда прилетим. Супер. Еще вот так вот подарок тебе сделать. Молодец. Скажи, кто если не я, да? Кто если не я? Ну, да. Все, в свое время.
славы и потоки восходящие. Но мы дождемся хорошего следующего потока, скоро и уже. Начало дня, солнышко как бы прогревается. Очень повезло. Я бывает ошибаюсь по погоде, конечно, но сегодня даже не прикольно. Дай-ка мне камеру в левую руку.